Будущие инженеры, строители, архитекторы – все они могут подарить сердце городу. Так называется акция по сдаче донорской крови. Она пройдет сегодня на территории профилактории Казанского национального исследовательского технического университета. Инициаторы – молодежное движение «Мы». В их мероприятиях уже приняли участие свыше 2000 татарстанских студентов. Доноры сдали более 1000 литров крови.